первой работы художник Игорь Прокопчук, который пишет под псевдонимом Гарри Лис, создал несколько лет назад, однако уже успел провести несколько выставок. В субботу свои картины автор представил в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Белого в Черноморске. Художник рассказал, что его пейзажи, натюрморты и портреты объединены символическим названием. Километры дней, просиженных за холстом, километры холстов. Вот, понимаете? То есть это время, которое я вложил вот в эти холсты, в эти картины, и эти картины как последующие мои километры дней. То есть они для меня являются и прошлым, и будущим, вот, и настоящим. В каждой работе автор постарался передать состояние души и настроения. Его необычный подход к выбору образов и цвета чувствуют зрители. У него взгляд, в принципе, не такой, как у всех. В принципе, не только на картину, но и на мир в целом, на жизнь. То есть, а наиболее любимая меня вдохновляет картина «Волшебный вечер», по-моему. Очень красивая. Наверное, я повесила себе ее дома. По словам художника, его картины изображают светлые мечты и радость творчества, которыми он хотел поделиться со зрителями. Выставка «Километры дней» будет экспонироваться в выставочном зале в течение 2 недель.